привет! Сегодня будем пробовать и рассматривать вот такую фрезу. Это фреза CMT. Вот артикул, видите, 6630041. Фреза специально для выравнивания поверхности. Она для ЧПУ. Ну и приобретали мы ее для ЧПУ, чтобы выравнивать жертвенный стол. Что сказать про эту фрезу? Фрезу еще не пробовал, сейчас буду пробовать. Диаметр у нее 60 миллиметров. Посадочная 12. У нее сменные ножи, что очень хорошо. Их можно, как только начнет затупляться фреза, ножички можно просто переворачивать. Откручиваются здесь под звездочку болтик. Ослабляется. Нож переворачивается. Вот, и можно работать дальше. Ну и когда затупит совсем, можно, по идее, их переточить или даже просто заменить. Комплект для замены стоит не так уж и дорого. Вот, фрезу еще не пробовал. Сейчас сделаю управляющую программу и будем запускать. Подача 9 метров в минуту горизонтальная, но начну помедленней. Наверное, поставлю процентов 60 в Mach 3 и затем прибавлю. Ну, я думаю, можно и больше, на самом деле. Потому что чего, фреза большая, ей, в общем-то, не страшна такая скорость подачи. Но посмотрим. Оборотов на ней вот написано... Давайте попробую показать вам. В ней указаны некие параметры. Вот 60 ее размер, 12 это посадочная, длина вала. И 12 тысяч оборотов. Хотя не факт, что это оборотов, но я прикинул, что, ну да, наверное, 12 тысяч это будет в самый раз для такой фрезы. Потому что больше ставить, наверное, смысла нет. Да и страшно. Никогда не работал с такой большой фрезой в ЧПУ. Вот, но будем пробовать. Сейчас добавлю скорости, потому что скорость стоит 60% от того, что было назначено. Ну, имею в виду подачу поставили. Потому что жрет она это вообще как нифиг делать, потому что это идеально ровно. Сейчас посмотрим, за сколько времени она пропрезерует 1,3 м на 2,5 м. Пыли летит из нее, конечно, дофига. Все вокруг просто пылит. Но работает, слава богу, насос. Стол полностью стал ровный. Ну, полностью, не полностью. Где-то были канавки, которые были слишком глубоко прорезаны. Они остались, но не страшно. А так, в целом, стол стал очень ровный. На все про все ушло 16 минут. То есть 1,30 м на 2,5 м этой вот малышкой. С подачи 9 метров в минуту. Ей потребовалось 16 минут. Вот она вся в такой вот мелкой пыли. Кстати говоря, про сменные ножи. Коллега у меня купил такой набор. Я вот, правда, не знаю, как будто бы это не CMT-шный набор, а просто набор каких-то стандартных ножей. То есть это просто стандартные ножи. 12×12 на 1,5 с углом заточки 35 градусов. Сделано в Германии. Вот. И в этом наборе 1, 2, 3, 4, 5, 6... 7, 8, 9, 10 ножей. Ну, то есть это на 2 полных замены. 2 полных замены. И то, я думаю, что замена потребуется
В том случае, если вдруг случайно этой фрезой заехать на какой-нибудь шуруп, тогда, конечно, ножик придет в полную негодность, его перетащить нельзя. А так его можно перетачивать, менять стороны, четыре стороны, то есть откручивается, меняется. То есть это прям очень большой ресурс у такой фрезы, я не знаю, ее хватит. Думаю, что на годы, даже на десятки лет. Сейчас давайте попробуем решить с помощью этой фрезы задачу чуть поинтересней. Я на стол закрепил доску, она отстрогана с одной стороны, база у нее на фуганке. Вторая сторона, она вот из-под пилы, как видно. И это не просто деревяшка, это термоольха. Она очень колкая. Посмотрим, что получится. Я состригаю с нее 2 мм за один проход. Как видим, 1,5 минуты, подача 9 метров в минуту, скорость вращения 12 тысяч оборотов. Досочка была где-то 200, в общем, я задал 230 на 1200. Вот, это термоольха. То есть его в целом не очень как бы прикольно обрабатывать, потому что она очень колкая. Я вот в нее пытался закрутить шуруп, просверлил, и все равно она раскололась. Но, блин, после строгания этой фрезой получилось очень здорово. Хотя вот тут вот есть какие-то моменты, где она, видимо, зарезалась. Или где, в общем, не знаю, в чем дело. Но в целом очень здорово получается.